Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Ника, с вами Ник, это новый видеоролик по Майнкрафту. Я желаю всем приятного просмотра, не переключайте его, потому что далее будет много веселья. Мы сегодня, кстати, поиграем в Hunger Games. Всем приятного просмотра! Хочется сказать, что я уже очень прям давно не играл в Майнкрафт, поэтому сегодня не ждите офигенно, как я тащу, потому что очень уж давно не играл, уже где-то 3 недели в Майнкрафт. Но играл только несколько, где-то полчаса или час, когда записывал прошлую серию «Приключения круглый год». Это было 3 недели назад, поэтому у меня в мини-играх уже вообще давно опыта нету. Я, походу, в этом году только один раз играл мини-игры, Murder and Mystery, и все. Поэтому, если под этим видео наберется, ну, к примеру, хоть 21 лайк, я буду проводить снова стримы по Майнкрафту. Или просто лучше напишите, хотите ли вы стримы по Майнкрафту, если будет лайк, если будет все ваше хотение. Все зависит от вас, будет ли больше видеороликов от стримов. Я заметил, что там писали топ. Комментарии некоторые были новые, и поэтому я пишу эту серию. Вот. И мне спрашивали, почему я долго не записываю видеоролики. А также я пилю видосики на Пласт, можете на него также подписаться. Там уходит CSGO, Rust, другие разные игры, поэтому не забывайте туда подписываться. В саббоксике этот канал находится. Так, поехали. Ой, каменный меч. Каменный меч. Если что, если кто не понял, у меня сейчас нет времени, поэтому я побыстречку постараюсь сыграть и сразу же не слиться, вот. У меня сейчас нет много времени, смогу сыграть только максимум 2 каточки, к сожалению. У меня нету брони, это чувак впереди меня. Или это девушка? Кого нельзя убить? Серьезно? You are seriously? Окей. Боже мой. Было прикольно. Я выжил? Да, это же... Я понял. Бессмертие закончится через 3 секунды, ребята. Что же нам делать? Бессмертие скоро закончится. И это меня определенно не радует. Давай, беги, беги, мой друг. Период бессмертия окончен. О боже мой, сейчас будет прям ужасно. Прям будет ужасно, потому что меня могут убить в любую минуту. Там какой-то чувак. Пора отлетать. Найс, слили. Ребят, лайк. Ребят, жмем лайк. Одеваем на себя мы броню. Сейчас будем рашить. Найс. Мне бы похавать чуть-чуть. Для того, чтобы восстановить хп. Здесь есть зелье исцеления. Давайте повыпьем. Потому что у нас нету хпшечки. У нас нету хпшечки. Нужна хпшечка. Боже, как я уже давно не играл в Майнкрафт. Но шейдерами он смотрится приятненько после раста, да. Потому что сейчас я раз довольно неплохо так играю. Вот, от КС я чуть-чуть же отвык. Но и КС, конечно же, выходит на канале. Не забиваю на КС, потому что... Это тоже годнота. И, о, сундучок вижу впереди, найс. Сейчас попробуем его облутать. Так. Мне бы сейчас, блин, здесь уже все облутано, серьезно. Я понял. Найс, убил. Ребят, все жмем лайк. Все жмем лайк. А я понял, он также не мог восстановить силу, как я, но мы уже, в принципе, полностью оделись, и сейчас можем кого-нибудь слить. Мы уже двоих, кстати, слили. Давайте. Это первая катка, которую я сегодня играю, на удивление, и так довольно неплохо, уже двух слил. Вот. Это меня удивляет прям. Потому что я уже давно уже не играл в Майнкрафт, еще кого-то сливаю. Ручки, как говорится, не забыли. Так. Мне бы сундучок. Мне бы покушать. Зелье регенерации. Сейчас мы отрегенерируемся, потому что хавчика прям нету дико. Прям нету хавчика. Окей. Сейчас мы восстановим себе хпшечку и будем просто бесстрашными. Вот. Походу этой карточки хватит для видосика, я так думаю, да? Но постараюсь для вас все-таки выиграть, потому что так надо. Блин, я вижу там игрока, и я не хочу драться пока что. Пока что не хочу драться, лучше занять более выгодную тактическую позицию, и потом пойти на драку с этим молодым человеком. А молодых девушек тут тоже как бы немало. Вот, но с ними не так хочет драться. Что? О, он уже здесь! Ой, сейчас я затупил, ребята.
Это была большая ошибка. Не нужно было его пылить, нужно было пвп-шиться. Ну давайте сыграем еще одну катку. Так, ребят, сейчас начнется новая каточка. Прожимайте лайк. Сейчас попробуем все-таки защитить. Довольно такая атмосфера здесь на картах очень крутая. О, это была ночь, сейчас день. Прикольно. Это сделано для того, чтобы лучше смотреть на сундучке. У нас пока бессмертие, поэтому можно спокойно бегать себе. Но нужно это делать быстро, потому что убить нас могут в любую секундочку. Так, ставим. Так, все, до сих пор бессмертие. Боже мой. Давайте, побежали. Вот. Так. Офигеть, броня. Удивительно. Мне нужна, в принципе, броня, потому что без брони мы вряд ли мы сможем долго, как говорится, прожить, да? Атмосферненькая карта у нас, да? Так, вон там чувачок этот бежит, но давайте пока что его не трогать. Лучше вон туда, потому что я вижу там сундучок, и все туда бегут. Так, пока бессмертие мы смогли упасть. Ну и там какой-то чувак бежал, но сейчас его уже не вижу, на удивление, да? Давайте смотрим, что здесь написано, The Extractor. Я понял. Понятно. А, я понял. Окей. У него железная, серьезно, кераса? Давай, подойди. Ой, отлетел. Отлетел наш друг. Ой, чё со мной? Найс, слил. Ребят, прожимаем лайкусик. Я слил очередного противничка. О, руки, как говорится, еще помнят. Снова повторюсь. Нет, это все уже облутано. Ну, удивительно. Сейчас довольно такая неплохая броня есть. Как бы это отлично. Так. Сейчас мы сделаем кое-что эпичненькое. Попробуем снова стащить катку. Но вряд ли у нас, как говорится, снова получится. Потому что я снова затуплю. Потому что я обычно туплю, да. В какой бы это ни было игре, обычно в финале сливаюсь. Но были моменты, когда я помню, на Hunger Games на стриме выносил сразу троих. Можете пересмотреть, я вроде бы этот стрим не скрывал. Вот, я остался против троих и сразу на троих напал, сразу троих вынес. Это было эпично. Типа, не по одному убил, а сразу троих. Это было эпично, они дрались, я тпхнул с помощью ОКЭндра. Это еще было на Новый World вроде бы. И вот так вот получилось. О, боты мне нужны. Боты всегда нужны. Так. Или нет, а у меня нет лучше ботов, да? У меня нет лучше ботов, поэтому давайте пока ставим эти. Это такой большой купол. Интересно. И мне нравятся карты на этом сервере. Вот прикольные карты. Основа просто обычный каменный меч. Вот, ребят. Посещайте мои стримы на Пласл канале, вот. Там тоже довольно интересные стримчанские, по расту сейчас я стримлю больше. Скайрим мы проходили на стримах, КС иногда играю на стримах, поэтому приходите на стримы. Те, кто смотрел мои стримы по Майнкрафту раньше. Если по видеороликам, как я уже сказал, наберется определенное количество лайков, я снова попробую постримить. Будет больше видеороликов, все зависит только от вас, как я уже говорил. Будут лайки, будут просмотры, будут и видосики, потому что... Я прислал для этого канала видосики, потому что хотел чуть-чуть развиться в другом плане. Вот, мне ничего не надоел Майнкрафт. Ты чё? Лололойка. Найс. Вроде бы ничего ценного нет. Так, минус еще один игрок. Неплохо. Мы так тащим сегодня. Неплохо, согласитесь. Я не знаю, из-за чего происходит иногда провисание. Это из-за моего пинга. У меня уже несколько дней просто дичайший пинг в играх. И я не могу норм играть, но... Окей. Так, мне уже не так много времени остается, но я хочу уже доиграть и поставить видеоролик монтировать, потому что сейчас я уже ухожу. Так, нужно просто максимально постараться затащить эту каточку. Видеоролик выйдет маленьким, в принципе, уже так долго идет вторая катка. Но пока я врагов не вижу до сих пор, к сожалению. Я хотел кого-нибудь еще подслить, или он меня бы подслил. А, я минуснул хп, зачем я упал? Боже мой. Ой. Нет, ребята, это какая-то фиаско. Это фиаско. Но на сём все. На нас напали, нас предали. Вот такая вот каточка получилась. Неоднозначная.